Друзья, приветствую всех на своем YouTube-канале. Как всегда, хочу поблагодарить всех за просмотры, лайки, подписки и комментарии. Спасибо, что вы со мной. Для меня это очень важно и очень приятно. Друзья, у меня классный, приятный повод снять сегодняшний влог. Как вы помните, в недавних видео я с вами делился своими планами на покупку одной вещи. И... Та-да-да-дам! Она уже у меня. Помните, что это? Ха-ха, конечно, помните. Я же не в одном видео даже про это говорил. Так, готовы? Готовы, готовы, готовы? Та-дам! iPhone 15 Pro Max. Натуральный титан. Блин, так рад вообще. Сейчас вам быстро покажу комплект. Хотя, конечно, вы это уже все видели. Но... как пользователь айфонов, уже начиная с 5s, 5s, 6s, 10 и 12 Pro, как раз сейчас на него я и снимаю. Мне есть что вам сказать, и я думаю, что мой опыт пользования будет кому-то интересен. Не с точки зрения обзорщика, как профессионала, а с точки зрения человека, который пользуется телефоном каждый день, снимает много специально для вас, мессенджер, ну, в общем, обычный обыватель, и поэтому хочу с вами поделиться. Поэтому смотрим с вами комплект и буду показывать вам разницу. Сейчас вот этот кусочек я снимаю еще на старый 12 Pro на фронтальную камеру. Просто чтобы вы знали. И потом мы с вами будем чередовать, чтобы вы уловили разницу. Звук тоже сейчас пишется на 12 Pro. Поэтому будем с вами сейчас все смотреть и изучать. Значит, прежде чем распакую телефон, покажу вам ребят, у которых я все время беру технику. Не с целью рекламы. Уже 10-й, 12-й Pro брал у них. И друзьям своим советовал. Четкие ребята, поэтому рекомендую. И, кстати, мне дали в подарок стекло и чехол. Так, и, собственно, сам телефон. Я уже отклеил, оторвал защитную штучку, чтобы его проверить. Ну и давайте смотреть. То есть поставил, уже обновил часы. Очень нравится мне. Заставка Снупи. Чик. Так, что у нас по комплекту? Давайте сразу по комплекту. Ну, он скудненький, конечно, здесь. Это USB Type-C на USB Type-C плетеный. Уже тоже все про это говорили не один раз. Скрепочка, так как у меня версия eSIM и физическая SIM-карта. Яблочко одно. Ну и что-то написанное на китайском языке. Так, ну и, собственно, сам телефон, наклеечка, он уже включен. Цвет, конечно, ребята, просто, но он не передает. Да, я согласен с блогерами, которые говорили, что все-таки не передает телефон настоящий цвет. Он... знаете, как вам сказать? Вот если краска серебрянка, да? Вот если вы ее видели когда-нибудь. Вот что-то похожее, только более благородно. И по ощущениям, действительно, телефон в руке ощущается в корне по-другому. Просто вообще иначе. Класс. Круть. Все, давайте сейчас снимем защитную пленочку и посмотрим, что нас ждет там. Ну и все, сейчас будем его настраивать. Так что можете меня поздравлять, я его быстро настрою и уже вам расскажу и поделюсь опытом использования. И также снимем видосики, сделаем фоточки. Для сравнения 12 Pro и 15 Pro Max.
Из нововведений, как видите, я уже настроил телефон, пока что снимаю на 12 Pro, изменилась сеточка динамика. Вот это то, что я вижу. И вот видите, как раз она видна вот здесь вот на фотографии, вернее на видео. Ну и, конечно же, кнопка, которую мы сейчас с вами будем настраивать, тоже изменилась. Ушла эпоха качельки громкости. Жалко, конечно, но ничего. Изменилось помимо USB Type-C количество отверстий динамиков, динамика и разговорного микрофона. Было 3,5, стало 4,6. Оставим по классике. Шух. Ну, друзья, вот так вот снимает фронтальная камера видео. И вы слышите, как записывает звук? Это 12. Так вот снимает камера фронтальная тоже. И пишется звук в смартфоне iPhone 15 Pro Max. Это снимает основная камера видео на iPhone 12 Pro. Вид из окна. Так снимает камера iPhone 15 Pro Max, тоже основная. Кратный зум в iPhone 15 Pro Max. Двукратный зум в iPhone 12 Pro. Пятикратный зум в iPhone 15 Pro Max. Шестикратный зум в iPhone 12 Pro. Честно говоря, даже ни разу в жизни им не пользовался. И 15-кратный зум в iPhone 15 Pro Max. Сейчас увидим чьи-то грязные трусишки. Показываю, друзья, вам для сравнения размеры камер iPhone 12 Pro и iPhone 15 Pro Max. Покажу вам разницу в цвете. Это у меня был такой асфальтовый, серый, короче. И вот это натуральный титан. И снова камера сравнения, чтобы вы понимали. Вот так. Ну и размеры. Давайте сейчас я переверну, чтобы вы могли сравнить. Оп. Чик. Тестим камеру фронтальную в условиях таких сложных. Мы идем в паркинге с вами, и здесь достаточно такой неяркий свет. Это фронталка. С вами снимаем на основную камеру. Это iPhone 15 Pro Max. iPhone 12 Pro, фронталочка. 12 Pro, основная камера. Я следующий тест. iPhone 12 Pro. Уже темно, светит только уличные фонари. Фронтальная камера. iPhone 12 Pro. Те же самые условия, но уже основная камера. Это уже, друзья, iPhone 15 Pro Max. Фронтальная камера. Показываю вам изображение. iPhone 15 Pro Max, основная камера. Качество картинки.
Так, друзья, продолжаем наш тест. Пасмурная погода, iPhone 12 Pro. Пока что иду, хочу пробежаться. Снимаю на основную камеру, чтобы сравнить для вас стабилизацию видео. Итак, бегу. Соответственно, фронтальная камера iPhone 12 Pro. Бегу. Так, iPhone 15 Pro Max. Без режима киноэффекта. Просто бегу. Ну и, соответственно, с режимом киноэффекта. И iPhone 15 Pro Max, фронтальная камера, без режима киноэффекта, и бежим. Фронтальная камера iPhone 15 Pro Max с режимом киноэффекта. Еще включена функция фиксации, а вернее отслеживания фокуса. Без очков слепой же, ну что, бежим. С телефоном я уже полдня снимаю в подъезде, поэтому тут свет такой не особо четенький. Значит, когда ставил телефон на зарядку, действительно телефон был теплым. Баг по приложению, в частности Telegram, что нельзя было сделать фотку, тоже пофиксили, и уже все работает. Дальше. Очень понравилась съемка видео, когда я бежал, без режима киноэффекта, просто съемка видео, то есть я специально телефон так потрясывал, но на видео вы не увидели чего-то такого, что вы прямо вот так вот, знаете, не тусилось. Касательно герцовки, видно, что когда листаешь телефон, скроллишь в интернете, стало плавнее, ну скажем так, мне и в iPhone 12 было ок. Поэтому, ну, круто. Дальше, что еще? Это вот то, что я сейчас вспомнил. Думаю, поделюсь и первыми впечатлениями от функции, которые я затестил. Сейчас, кстати, пишу на наушник звук. Что еще, что еще? Что-то хотел сказать. А, Always on Display. Ну, тоже прикольно. Я сразу думал, что у меня телефон не заблокировался. Это же Always on Display. Но эту функцию можно отключить, если она вам не особо нужна. Ну и по размеру. У меня же был 12 Pro, а 10 сейчас Pro Max. Попользовался Pro Max, потом взял в руки 12 Pro. Что, маленький уже какой-то. В карман лазит, все удобно, поэтому нравится. Буду еще делиться с вами своими впечатлениями. Снимаем на 15 Pro Max. Лилушку. Лёшка, стой. И снимаем Лилушку на iPhone 12 Pro. Те же самые условия, Лилушка рвется. Я иду. Фу, пошли. Я сейчас снимаю на 12 Pro. Фотки, что вы только что видели, это я делал, идя вместе с Лилу, и просто нажимал на камеру затвор, чтобы показать вам, как быстро и четко получаются кадры в движении. Друзья, вторая зарядка iPhone 15 Pro Max. Что могу вам сказать касательно производительности, уровня заряда батареи и, собственно, зарядки. Значит, первая зарядка, в первую ночь я заряжал маковской зарядкой 30-ваттной.
И тогда я вам говорил о том, что батарея действительно была, ну, не скажу, что кипяток, но горячий. Сегодня я поставил эксперимент и стал заряжать телефон 20-ваттной зарядкой. И хочу отметить, что телефон был чуть теплый. Вот именно такой температуры, как у меня был 12 Pro. Поэтому, возможно, ну и лично я точно буду заряжать именно 20-ваттной зарядкой. И телефон не горячим. Что касается уровня заряда батареи. Значит, вчера телефоном я пользовался с 7 утра до 12 ночи. В 7 утра было 100%. Я где-то час слушал музыку в наушниках, сделал 3 сторис в Инстаграме, поснимал видео, где-то запись порядка 30 минут, 4К, 60 кадров в минуту, фоток порядка 10-20 штучек. Ну, посидел в Инстаграме где-то час-полтора за день, YouTube, TikTok, далее... 2 часа телефон работал как модем, то есть я раздавал интернет. И в 12 вечера у меня заряды было 6%. К сожалению, не посмотрел экранное время, сколько это точно, чтобы вас сориентировать. Ну, плюс-минус вы поняли по загруженности моего телефона. Конечно же, были звонки. И в машине я ехал, тоже слушал музыку где-то 3 часа. Поэтому хочу сказать, что телефон держит заряд лучше, чем мой 12 Pro. Но 12 Pro уже ему было 3 года. Сегодня уже после второй зарядки, сейчас без 15:10. Так, встал я в 7, слушал музыку полчаса в наушниках. Сделал видео, ну там небольшое, на минутку снимал, но его опять же рендерил. TikTok, YouTube, Instagram, Trends. И у меня за, получается, 8, 9, 10, 3 часа, с учетом этой загрузки, 85%. Так что тестирую дальше свой телефон. Друзья, что еще забыл вам сказать по телефону? Значит, плавность. Я так сравнивал, конечно, уже. И действительно, вот эти 120 Гц, я, правда, не знаю, в какой момент они 120, но когда листаешь, и даже приложение, которое на рабочем столе и в интернете, видно, знаете, такая плавность. Ну, не знаю, по-другому сказать. Говорю, как обычный обыватель. Еще что очень удобно, этот динамический остров. Я думаю, что про него уже очень большое количество людей писало. Но действительно удобно, интересно, и разблокировка лица, и наушники, и навигация. Если подключаете телефон к компьютеру или к какому-то другому устройству, то тоже значок отображается. Короче, это реально классная и красивая штучка. Что еще? Очень яркий экран. Он действительно ярче, чем был в 12 Pro на ярком-ярком солнце. Все видно вообще прям на 100%. Поэтому я даже не знаю. Мне кажется, я вам все рассказал, как обычный обыватель. Опять же, повторюсь, я не техноблогер. Я могу рассказать и оценить с точки зрения своего личного использования. И поэтому мне все очень нравится. Я прям супер доволен, что приобрел этот телефон. Вот так. Ну что, друзья, завершить обзор и опыт использования и мое мнение касательно покупки или не покупки телефона от Apple iPhone 15 Pro Max. Я хочу в Несвежском замке. Я думаю, что всегда нужно как-то красиво все завершить, да? И я думаю, что... Точнее, я не думаю, а хочу сказать, что мой обзор и мое мнение касательно этого смартфона очень хорошее. Поэтому и завершаю это видео в потрясающем месте моей силы, мне кажется.
который очень люблю. Приезжаю сюда достаточно часто. Это Несвежский замок. Город Несвеж, потрясающий город своей атмосферой, улочками, старинными зданиями. Но это правда место силы, и я очень горжусь, что у нас в стране, я уже это не раз говорил, но скажу еще раз, есть такие замечательные места. Поэтому мое мнение касательно смартфона классно. Классный абсолютно другой. Возможно, потому что у меня был маленький телефон 12 Pro, сейчас большой Pro Max. Но я уже хожу с ним 2 дня. Я просто кайфую от взаимодействия с телефоном. Я люблю технику Apple, я этого никогда не скрывал, не скрываю. Поэтому я бы взял. Ну, я и взял. И напоследок пару красивых видов с Несвежского замка, с территории.